мира. И снова тонны помидоров летят на головы десяткам тысяч участников ежегодного фестиваля «Томатина». Это безумное действо проводят в городе Буньоль автономного сообщества «Валенсия». Муниципалитет города в этом году потратил на томаты 30 тысяч евро. После этого все овощи размазали по улицам и стенам домов в центре города. При этом уже второй год подряд за участие в помидорных боях все участники должны платить по 10 евро с человека. По данным городских властей, в этот раз поучаствовать в помидорном месиве изъявило желание около 22 тысяч человек. Суть действа заключается в том, что по улице Эль-Сид, битком забитой людьми, едут грузовики с помидорами. Люди в кузовах бросают томаты на всех участников. Существует много версий того, когда же впервые прошел этот фестиваль. Самое вероятное – это 40-е годы прошлого столетия, в начальное время правления Франциско Франко. А в этом турнире главные участники – слоны, и проводится он тоже ради слонов. Все вырученные средства пойдут на улучшение жизни этих животных в Таиланде. В окрестностях Бангкока прошел ежегодный международный чемпионат на Кубок короля по поло на слонах. Участвует в нем 51 уличный слон. Их привезли специально из восточной провинции Сурин. Впрочем, для толстокожих участие в турнире не работа, а скорее хороший отдых. Никаких специальных тренировок перед чемпионатом они не проходят, только медосмотр. Каждый слон участвует в игре в общей сложности не больше получаса в день. Длятся соревнования 4 дня. Такой турнир в Таиланде проводят с 2001 года. На поле состязаются по две команды, в каждой из которых по три слона. В конце игры, как положено, угощение – шведский стол из фруктов. Хорошего вам дня! Увидимся завтра!